Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Пэ. Сегодня мы проходим игру не для слабонервных. Операция сейчас, хирургия носа. Мы будем лечить носы. Что ж, поехали. Неужели ты тут? Ваша пациентка Алина исследует области с дыханием из-за деформации полости. Походу ей дали не звонить. Сегодня мы пройдем хирургическое операцию, чтобы улучшить носовое дыхание. Заодно мы устраним микроскопический дефект, чтобы он стал красивее. А он так красивее. Ну да ладно. Такая. Эта операция должна проводиться под общим наркозом. Ну хорошо. Похоже на нас. А теперь у нас стал еще больше. Тебе подожди, когда он не заснет. Хорошо. А он смотри, хочет с такой маской. Ладно. Эй, куда будет? Ладно. Отлично, Алина будет ссылка под наркозом 2 часа. Теперь мы уже приступим к операции. Хорошо. О боже мой. Я уже предполагаю, что будет дальше. Эй, сначала решим нозды. С помощью ретрактора возьмите редактор со стола. Вот, берем ретрактор. О боже мой. Нет там козелок. Нет. Теперь мы сделаем нарез. О боже мой. Сделаем на вертикалу разделяющий нотный. Это позволит приподнять кожу с кончиками носа из мискальной составы. А может не надо? Ладно, пусть будет без музыки. Знаете ли, это мешает. Подвинь скапель. Отлично, теперь мы будем использовать нос, чтобы здесь еще куда больше, куда больше. Ты тупая, картям. Ладно. Эй, какие 5 минут? Ножницы, ножницы. Торопись, разрезай, разрезай. А, боже мой! Что это? Возьмите электрод со стола. Хорошо, хорошо. Давай быстрее. Давай быстрее, быстрее, быстрее! Отлично, тебе сделать натрез, чтобы освободить перегородку. Например, не твою перегородку. Скапель. Хорошо. Ребята, если вы у вас плохо с нервами, срочно выключите это видео. Вам станет намного лучше. Видно. Боже мой! Какой пинцет? Вот, 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 вот. Фу, боже мой! Что это такое? Уйди отсюда. Функциональная кортировка носа. Пройдем космическую операцию. Хорошо. Остеототом. Что? Ты что, с ума сошла? Да она ей сейчас мозг пробьет. Это какая-то садомазохистка. Ну ладно. Остеотом. Ой, ой. Что я сделал? Нет. Нет. О боже мой. Надеюсь, это видео не забанят на канале. Что ж, когда мы все... возьмите пинцет. Вот. Фу! Боже мой, какие козявки. Так, 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 так. Рашпиль со стола. Какой рашпиль? Она, рашпиль, вот он. Что это? Фу, бяка. Какой бугорок, нет. Остеототом. Фу. Живи, Алина. Живи, Алина. Не умирай. Не сдохни, Алина моя. Не, что ты не сделала, ты тупая? Ту-ту-ту-ту. Что ж, продолжим. Какую игру ты издеваешься? Какую игру? Ладно, ладно. Это видео, наверное, точно забанят. Если это так, то извините, дорогие друзья, вы его не увидите. Это прохождение. Ладно, ладно. Возьмите опять игру, чтобы зашить кончик носа в другом направлении. О, боже мой! Что ж, давайте быстрее зашивать.
У меня была маленькая техническая неполадка. Удерживать нас со своими заживания. Интерназальные шины. Это тампоны, ребята, что это такое? Прекрасная работа, доктор. Я такие в лесу видел. В Полянке. А, ладно, извините, так. Не шины, совы шины. Хорошо. Это шины, это пластырь. А, операция, она уже пластырь. Я же говорю. Ага, все, что... Теперь она стала выглядеть намного хуже. У меня 15 300 рублей я заработал. Этот доктор заработал то, что я вылечил нос этой маленькой девочки. Как она его сломала, я даже не знаю. И что? Нам предлагают играть в роли интерна или в качестве специалиста. Ребята, вы что, серьезно что ли, издеваетесь? Интерн эту девочку дала, если она познакомила. Ладно. Что ж, дорогие друзья, вот так вот мы прошли. Спасибо, доктор. Не за что. Приходи еще, будем тебе... Да что с вами такое? Что ж, дорогие друзья, с вами был Мичусов Плей. Спасибо за внимание, за подписку, за лайк, за комментарий, если они, конечно, есть, за колокольчик. Ну что сказать. Я вылечил нос этой маленькой девочки. Всем спасибо за внимание и всем пока. Давайте. Эти бабки можно к себе? Где тут? Где тут? Вывести еще, да? Может тут? Вот это? Где? Где выводить счет? Где счет выводить, тварь? Я тебе сейчас сломаю.